Всем привет! Давайте посмотрим, как я настроил и как у меня работает котел на отопление по теплоносителю. С 1 сентября он у меня работал по это число, по 20 октября, по температуре помещения, потому что на улице было не холодно и не жарко. И мало он работал, и было тепло в квартире. Сейчас стало прохладно, и я поставил его на работу по температуре теплоносителя и поставил температуру на пульте 55 градусов. Давайте посмотрим. Вот 55. Когда горелка загорается, вода нагревается до 58 градусов. Затем горелка тухнет, и в котле продолжает работать 30 секунд вентилятор. Затем вентилятор останавливается, но в котле продолжает работать насос 5 минут. Через 5 минут он тоже останавливается, и в котле наступает полная тишина. Эта полная тишина выльется нам в 15 минут простоя горелки. Горелка будет стоять, молчать, 15 минут. Через 15 минут котел опять включится на отопление по теплоносителю. Давайте посмотрим, как это все делается на пульте. Давайте все, сейчас у нас все это включится по теплоносителю. Давайте выключим, посмотрим, сколько у меня стоит дельта. Давайте посмотрим, сколько у меня стоит дельта. Так, дельта у меня стоит на 17, представляете, на 17. И все работает нормально, он 15 минут отдыхает и греется хорошо, все. Давайте зафиксируем. Теперь давайте посмотрим, как у меня установлен, насколько насос и вентилятор. Нажимаем вот две кнопочки, батарея и сместитель. Теперь нажимаем P2, это работа насоса в зимнем периоде. Давайте посмотрим, насколько она стоит. Насос у меня стоит 10. Это 5 минут работы насоса после потухания горелки. 40 минут это не надо нам. Это 20 минут будет работать он. Вот. Теперь давайте посмотрим. F2. Это вентилятор сколько работает. Давайте. Так. Вот F2. Это работа вентилятора. Давайте посмотрим, насколько он стоит. А стоит у него единичка. Это 30 секунд отработает после потухания горелки. Вот так вот котел у меня работает. Ну, сейчас он не работает, но я могу его включить. Давайте включим его на отопление. Вот, сейчас все запустится в работу. Так, насос у нас загудел. Давайте посмотрим на вентилятор. Сейчас у нас вентилятор заработает. Все, вентилятор тоже работает. Все, сейчас котел будет работать на отопление по температуре теплоносителя. И нагревать будет до 58 градусов. А стоит на 55, на 3 раза больше нагреет. Затем котел отключится, и 15 минут будет молчать горелка. Горелка вообще не будет 15 минут включаться. А через 15 минут опять котел запустится на отопление. Все, всем удачи!